Всем хай! С вами Юджин! 10 лет, детка. 10 гребаных лет мы с вами на Ютубе. Убейте меня. Сегодня 2 апреля. Это значит, что именно в этот день, 10 лет назад, наш канал был зарегистрирован на Ютубе. И с тех пор мы нон-стопом фигачим видосы, развлекаемся, играем во всякие игры, творим, философствуем, рассуждаем и раскрываем тайны мироздания. Все это мы делаем, разумеется. Не сомневайтесь даже. Сори, что выпускаю это видео вечером. На самом деле у меня были немножко другие планы, но болезнь мне все обосрала, я не успел. Поэтому основной видос, посвященный десятилетию канала, выйдет, надеюсь, завтра. Но тем не менее, мне не хотелось вас оставлять сегодня без какого-либо видоса. И, собственно, вот поэтому я здесь, чтобы вместе с вами порадоваться этому прекрасному моменту. Нашему каналу, нашему маленькому уютному островку на просторах огромного безграничного интернета исполнилось сегодня 10 лет. 10 лет — это очень много, это треть моей жизни. Треть моей жизни я занимаюсь вот этим. Мог бы заниматься чем-то полезным. Сказал бы глупец. И сейчас, оглядываясь назад, ощущение такое, что как будто бы я только вчера свое первое видео залил на этот канал. Время так быстро пролетело, как песок сквозь пальцы. Я толком не успел как будто бы ощутить всего этого. И в то же время и эмоций очень много, воспоминаний очень много. Но они как внезапная перемотка x1000, наверное, произошла. И я уже здесь уже 10 лет. И давайте договоримся, чтобы не оставить вот эти все 10 лет как мимолетное воспоминание, мы будем с вами топить дальше. Будем играть, творить, общаться и, в общем, веселиться и круто проводить время и дальше. Еще 10 лет, еще 20 лет, 1000 лет еще. Я надеюсь, что медицина успеет скакнуть достаточно далеко, чтобы изобрести эликсир бессмертия. Ну, или как минимум нейросетки станут лучше, я сделаю аватар себя, и она будет бесконечно генерировать контент, когда меня даже уже не станет. А вы, в свою очередь, должны будете сгенерировать себя виртуального, чтобы смотреть мои видео постоянно. И тогда у нас будет комьюнити бессмертное. А теперь давайте сбавим темп. Это видео не будет длинным. Я хочу просто поздравить нас всех с этим прекрасным мгновением. Я не хочу эмоциональным сейчас становиться. Я сейчас типа такой весь веселый и так далее, но где-то внутри чувства бурлят, и они очень противоречивые. Все-таки как будто бы такая вещь, как долгоиграющий проект, который востребован настолько, который влияет, ну, судя по вашим комментариям, на жизни людей положительным образом. Это как будто бы раз в жизни выпадает. Это прекрасное какое-то счастливое стечение обстоятельств. И столько уже было всего пережито. И я надеюсь, что столько всего еще будет впереди, что это не может не вызывать во мне слезливые чувства. И хочется разрыдаться, если честно. Я, друзья, хочу с вами просто вот поглядеть друг на друга сейчас. И, блин, была бы возможность, чтобы вы все здесь оказались, я бы каждого из вас обнял. Так. Мы же взрослые, плакать не будем, понятно? Короче, я благодарен вам всем, друзья. И, стоп, давайте сначала, как обычно по традиции, поднимем бокал молока. Поднимайте бокалы. Ну, не обязательно молоко, можете что угодно, можете что и покрепче. Например, молоко с процентом жирности 3,2. Так, собираемся с мыслями, по-взрослому. Друзья, правда, очень благодарен вам я за все эти годы, что вы мне подарили. Надеюсь, что... Блин, я не могу. Короче, спасибо каждому из вас, кто сейчас смотрит, когда-либо смотрел, в принципе, этот канал. Спасибо вам за ваше внимание, за вашу безграничную поддержку, за любовь, тепло, за каждый лайк, за каждый комментарий, за все письма, что вы мне когда-либо присылали, за все подарки, за все фан-встречи, которые были. В общем, даже за ваши мысли об этом канале, когда вы даже не смотрите его. Типа вспоминать, о, прикольно, что-то там вспомнилось, какой-то видос. Спасибо вам за это все. Спасибо вам за то, что вы есть, что вы сами живете своей жизнью, как-то развиваетесь, делитесь своими мыслями со мной, своими историями. Господи.
Я просто надеюсь, что неважно, сколько нам еще времени вместе отведено, будем наслаждаться каждым моментом, окей? Спасибо вам всем за эти прекрасные 10... Я уже не могу выговорить даже, блин, меня штормит. Спасибо вам за эти прекрасные 10 лет. Я надеюсь, что я смогу вас еще порадовать не один десяток лет. Чокнемся. С вами был Юджин. Увидимся очень скоро. И всем, конечно же, по традиции. Куда без традиции на этом канале, правда? Мощная, жирная, такая вот мясистая, набитная, сочная, любвеобильная петюля. Вы готовы? Раз, два, три и пять!